Напуливать на БДК не забываем. Тергаса тоже на него напуливаешь, пока да и Хант. Ты здесь молодец, тоже на него будешь напуливать, чтобы с него не сорвали. Все, можем начинать и расплодить. Давайте под босса все. Так уже на себя ставить не буду, уже не маленький. Шипы заливаем. Ханта снимите, да? Сзади РДшники, Хант, снимите шип. Пал, беги. Все, стоим, никуда не бежим. Отбегаем, РДшники, кто попадает в лужу. Пал, что сакер по моей команде. Сейчас, давай ее. Хит. Шипы заливаем, милики. Блэк зомби захиливайте, блэк зомби хитите. Вайт, гим на хп, вайт, дай, гим на хп, дай. У нас один упал, гим на хп, дай. Уходите, служа. Хитите, алё, хитите. Чешки свои прижимайте. Бесмо можешь поднять бэкшона. Кого поднять? Дексона. Первая пати Дексон. Кто видел? Не слышал. Просто. Мак, молодец. Это вот, я на тебя добычу поставлю. Будешь отдавать лут. Убивайте уже этого босса и поднимите павших. Убивайте его. Вот ты лута давай. Погнали дальше, павших там тоже поднимайте. Кто осколки? Блин, забыл, как там, кто там писал. Поднять осколки, по-моему. Я тоже делал квест. Кто первый так. Осколки? Мы без разрезиста или что такое? Почему уже по 10 тысяч били? Кого квест сделан в плюсаните? Ретрия. И укалка. И кто из вас выше? Ты паладин. Так, я вылетел, захожу, ребят. Давай, заходи. Хилуй, давайте. Заходите. Стойте, не запускайте. Давайте, хилуй, это для вас чек. Танки тут. Все, танки полетели, милики, пока не бегите. Стойте пока что. Танк забирай, напуливать не забываем. Рольте хладное око за 10%. Милики тоже там прижимайтесь. Просто не саншотило. Сейчас минутку снова, у меня там чайник кипит. Ну, пачку точно так же будут сливать. Кольцо на мейн рольте. А там бисовая. На оффрольте. Дексон, ты на кого ролишь? Какой спек? Угу. Кирагоса на мейн. Все правильно делаешь. Всем здорово.
Ребята, молчите, или я опять завис? ВРК молчок. Так, давайте восполнять там свой манахилла. Сейчас я спекну санка. Паладины сливай свои капли, ДКшники сливайте свой панцирь. Если ДК у тебя вкачана кровавая метка, тоже из пула сливай. У тебя, по-моему, она не вкачана. Сними молитву еще. Тогда, если что, ее кинешь на босса, да и все. Иначе ты ее захилишь, если ты будешь в контроле. Так. Снимите и... молитву и защита темной магии. Да, и темную магию тоже снимайте. Так, танка я делал. Все, давайте чек на баф на готовность, мне немножко подхилить. На второй фазе на меня на пол передаете, потом на блок зомби. Васап, а ты не в курсе, что это значит молитву снять? Это что, баг какой-то или что? Нет, просто шпшки эфир кидает, и из-за этого идет невосприимчивость. У нас 4 друида, какие там шпшки? Зачем снимать тогда? Ну, знаешь, у некоторых друидов реакция не особо прокачана, все уже закрыто. Так на энкаунтере там и присутствует и уровня темной магии. Покажи трешак. Алло, вы трешак бить будете? Справа тоже слейте. Бля, в прошлом там рейде васап, я когда спекнулся в танк, когда ты выросил, забыл еще скиллы выставить. А, сука. Ну, быстрее просто ставить. Два скилла там надо. А у меня хватки нету, надо как. Мне ж надо как-то. Я уже ее вытащу. Давайте пачку сливаем. Трешак заливаем. Только кидайте контроль. Готовимся. Давайте кидайте. Чуть земли диспельте. Так, давайте бить, успеем. Меня на пол давайте. Пришла, меня на пол. 9 штук трэш. Трэш все вбиваемся. Трэшак заливайте. Духов не хлопаем. А, Дарксон, подними фаермага. Своим контроль кидайте. Читаем. Самогон поднимай. Этого пыч бабаха. Так, Нирван поднимай Лока. Этот, иди тебе эти трешак. Духов не ловим, духов не ловим. Козырь, не лови духа, блять, ну. Вы хотя бы следите, давайте на этого блэк зомби на пол. Контроль тоже кидайте. Фиры кидайте, алло. Самогона дайте фир. Молодец, самогон, на тебе звездопад. Ну блять, я что поделал, если он откадешился в контроле. Блок зомби на пол даете? Уход в тень, уход в тень. Уход в тень нажми. Блок зомби дайте на пол. Блок зомби на пол дайте. Идите бейте трешак пока. Капли, если что, не забываем сливать. И блок зомби прозамай свой пантер тоже. Блэк зомби, ты хоть слэш дарт там включил? Почему он не начал? Ну конечно. Танчи, наконец-то. Уже на тебя.
Так, Шам, у тебя там ер на КД, да? Еще несколько минут. Хорошо. Это, веди блок зомби в левую сторону, там где трешак. Кох не ловим. Трешак бейте, самогон бей трешак, пожалуйста. Блять, я дамаж Starfall. Диспел. Маловато. Их щит уже висит. Альфонсо, давайте на пол. Щит. Бейте босса. Босса бейте. Ты не в сил противиться моей воле. Своим контроль кидаем. Снимите потом пакш. Добивайте уже его. 10 тон. Все, молодцы. Поднимайте павших. Так, если я не ошибаюсь, ЕП я на шамана получал, да? Я уже не помню. Ролики тапки. Все, забыл, на какой ЕП должен пол получать. Так, андроиды. Пу-пу-пу. Бафы тоже не забываем заново кидать тем, кто падал. Все, для хилим там. Хилы, давайте наверх спускайтесь. Точнее, поднимайтесь. Козырь может спеть гимн на ману. Самого на ману нет. Блять, забей на. Ты должен на ману. Я кот. А, точно, я что забыл. Чё ты тогда до этого соло спекнулся? А? Ну я на леди только спекнулся, чтоб побольше дамажить. Там от кота толку нет. Когда один ролишь на мейн 50%. Это примите. А не, ничего не принимайте. А нет, примите, актулгалы в РК. Сейчас. Если вы поспешите, то еще сможете. На ей заявку кину. ДК, иди там в тени дракона. Сюда наверх его поднимай. Тяни его сюда к нам. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Салфар будет рад видеть вас на борту молодого Гринза. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете... Поднимите потом Александру. Поднимите там Александру. Пушку садитесь, кто хочет. Там 30 секунд КД. Ты не можешь юзнуть уход в тень и через 30 секунд опять сорвать агро. Это невозможно за ШП. Уход в тень не сбрасывает агро. Уход в тень сбрасывает агро в ноль. Он не сбрасывает агро, он... Уходит в тень всего лишь на 10 секунд, убирает, так сказать, потом агро возвращается. Так, давайте. Вот, кто там у нас не бежит? Козырь, давай, иди сюда. Окей. Так, я запускаю босса. Кому что не хватает, пишите. Так, пушку там, сиси один. Блэк зомби, да, летает? Ну, конечно. Ранцы, если что, все взяли. Слетаем!
видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро поймешь... Пехота! Сержанты! Ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Но танка тоже напуливайте. ДК лети, и РДшники тоже летите. Давайте, надо. Вы все падаете. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. Видите. Этот сова. Ты здесь где-то валяешь? Я тебя что-то не вижу. Не, я упал с корабля и... А, васап, это ты, я понял. Ну ладно, тебе что-то ничего не надо? Не. Хорошо. Просто если что, только не запускайте с пула. Это, Вайта, за что тебе... Ну, точнее, когда ты успел запустить РК, и что тебе Олег написал, что даст тебе ГП? Это... пятница. А, это ты все-таки запустил? Мне еще тоже вчера пизды всадил за то, что я на ДБ соврал, типа, в чат. Уже, сколько типа, там трай... чата было? Два человека же? Можно же пять человек брать. Я взял Олегов врагов к нам рейд. Кого взял? Типа его врагов к нам рейд. У тебя вообще без понятия, кто его враги. Ну, этот, как его, Камикадзе, что был с нами, пилом и совой. И... Ну, как Олег написал, что он кидал якобы на лут. Не знаю, рольте на мейн, шею, перстень. Совет, раз куда идти? Эти хавчик поставить, кто там ставил? Стоит, ешьте. Так, давайте чек на баха. Хорошо, покурочек может идти потом. Можно приставав? На это задувал, у тебя там сова еще есть? Нет, у меня кот и мишка. Можешь кота спекнуться здесь. 3 хила захилит. Это 50% слава, да? Так, а что ты... Лимагу дал за фул. Не, я на 100 больше дал. Так, а кто галы? Ты там где? Это 194, да, 50%. Все, я запускаю. Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Че, ты в три хиваришь? Да, захилят. Соединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим
этот мир во имя плети и во славу короля лича. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Если что, ДК это не центр. Если ты тут собираешься танчить. Вот это центр. Ну, в общем, я здесь буду молчать, так что трешак все сливайте. Упадем из-за того, что трешак не сливаем. Будем потом начислять призы тем, кто его не бил. Первое, если что, спал удалить. Все. Во имя короля лича! Прочитать это заклинание. Это заклинание еще что? Я могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще что? Он ТП слабенький. Успекайся назад, скилла. Рядом с матерью и предками. Террагоса забирал кольцо, задувал и смог вышел. Что? Террагоса, говорю, кольцо забирал, без мод вышел. Так. Давайте заходите сюда.
не бегите сюда. Сейчас Валька сама сюда к нам подойдет. Блэк зомби, если что, забирай. И бьем ее точно, и сливаемся, если у нас те, что есть. Да уйди иди сюда. Вой, ты обычки в сундуке оставил, да? Ну, токены. Надо? Ну да. Ты на ком? Задувал. Дует. Заливать ауе. Пошли, ты следующую завали. Идем все вместе. Как одна семья большая. Че, вы вчера в ВК сходили? Не идите направо, куда вы бежите, блядь? Да. Забагайте Вальку. А нет, вчера мы в ВК не сходили. Отлично, пойдем на совет. Сливать ауе и идем на совет. Так, сейчас я тут тоже танк спикнуть. Шипешки за мной. А, тоже можно пойти сюда наверх, кинешь твою ледяную ложку. Козырь, давай ты возьмешь крестик на себя. А, этот Войт. Звездочку. И черепок. Этот Соло. Мох. Хантурковая ловушка. Если дотянешься, то можешь. На любого, в общем, кидай, только главное, чтобы не на метку. Кинешь на метку, ну и хуй с ним. Бейте советника большого. Поставим мне звезду, точечный объем. Пока что точечные сливаем. И потом будем бить крылочек. И следующего убейте потом. Еще одного тоже убьем сюда. Да, его можно тоже затянуть. Но мобы это не страшно. Давай квадропеда звезду, козырь полумесяц и мой этот как его хант может на крыжочке кинуться в ледяную ловушку. Я понял. Бейте звезду.
звезду точечно бьем. Точечно звезду бьем. Точечно, точно замораживайте магию. Станы давайте по один. Точечно, очень точечно. Кружочек бейте. Пало, хитите. Пало, хитите, пало, 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 пало. Полумесяц бейте. Когорчик, да, если это капу. Вот он что-то проседает очень сильно. Добивайте лейтенанта, поднимите СЛО. И тактика не будет спить. Их можно уязвить. Тяните того сюда. Так, сейчас я спектр силы исполняйте ману, садди на двоих, будет зомби на одном, будешь сидеть. Хант, ты будешь сидеть на кинетике, шипушки тоже будете помогать. Ну давай, шаман, исполни ману. Залейте ему ману кто-нибудь. Хан, сначала напулишь на полдерама, на попала. И Рога тоже самое напуливай. Пить. Я пить, не запрещаю никому. Все, все готово, погнали. Думали, что дальше... Сразу только не вырывайтесь, пожалуйста. Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь... И совы свои Старфолы, да, справа стойте, если войти. Можете ей вихрь, внимание, бежим. Бьем. Дайте-ка. Сейчас мы на цель будет, на секунду. Бейте там точно килисета. Ну, от верхи там отойдите. Доксон, сейчас полетишь. Ты будешь, походу, самолетчиком будущим. Это будет твоя новая профессия. Сейчас мы рассмотрим цели, будет 3 секунды. Сливаем полдорама. Прям что не будет сидеть. Володи, тут сейчас вихрь, сейчас мелики полетят. Мелики тоже пока что отойдите. В
Ты можешь не убегать так далеко. Он тебе не съест. Давай еще немного дальше в воде, сади опять. Нас тут зажимает. Видите, Волнара. Вихрь, бежим. Ранжу возьмите. Ох, Торгоса. Стойте, пускай вас подхилят. Не бегите сразу. Добивайте уже его и поднимайте павших. Если что-то надо Давай. Будет кому-то, скажите. Исполняйте хилы свою ману. Можете гимн на ману спеть, можете ману залить. Холипалу и шаману. А в хэ мне вариант, да, будет квест сделать на лане? Конечно, ты что, смеешься? Так, сдавай квадропеда звезду, козырь крыжочек, басат ромбик и даксон полумесяца. Не сможете, но их я с ним так залил. Давайте показывать свой мастер-скилл. Ну, бьем, если что, точно большого. Станы паладина давайте. Бейте звезду точно. Очень точно, никакого увы. Точно ее бейте. Очень точечно. Да. Не надо было вихрь ему кидать, кто это сделал. И этой тоже не надо было кидать, кто это сделал. Станы не забывайте, паладина. Доливайте полумесяц. Сливайте с дедони мало хп. Кто это делает? Ромбик и этот слился. А, уже все ее добили. Заливайте уже ЛЕ. Уже можно. Заливайте стержочек. Так, точно звезду кружочек бьем, потом ее заливаем. Кружочек сливайте. Мага с диспельцитом паука. С фаермага магии тоже диспельцит. Один с КДПС для 5-8 это норм, но с руки задувал с первого шлета, я не знаю. Не, мало. Сливайте хуя. Там три не было 200 уровня. Так, давайте восклоняться туманных хила. Можно забанкать?
Не, можно, а это обязательно. Так что бафайте там паладина. Сейчас линкану. На. Это совет. Так, давайте чек на бафы на готовность. РТшники, центр, никто не стоит, топы хилы. Все, все готовы. Пристабаф, бафнуть и лапу. И лапу. РДД, только центр не занимайте. Я уже это сказал. Все, танки летить. Давайте, сколько. Там сбегайтесь, спак там. Молодец. Скоротение будет 2 секунды. Сам можешь как огурчик ману спеть, ой, спеть, кинуть и на свой. Бесмол тоже можешь хулипала ману кинуть. Эти там как огурчик успакт не сбегайтесь. Босс взлетит, самогон до шанку маны. Алпич потом споешь гимн на ману. И Янка поставили что-то. Ой, спой гимноману. Тоже, пожалуйста. Ну, уже не надо. О, теплый уже. Просто ничего. Все, бьем. Можете веру дать. Совет ослаб. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Пак сейчас скоро будет с паком гулять. Тени. С фактом готовься спираться, бить. Торгался тени. Он здесь сосна. Добивайте. Что там по шея? Токи на обычку можно? Да. Там всего это дает. Нет, соответственно. Рой,
позвольте на мейн. Пошлите Вальку хилить. Рольте токен. Так, Сэдли. Защитники надо кому-то? Обычные. Короче, давай восполняем ману свою. Можете залить и энергию съесть. Лучше умереть сейчас, чем... Кильте, Сэдли, Сэдли, хилим, Сэдли. Сэдли захиливая. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Слышишь, Шанан? Шанан. Что, что, что? Там падали обычные токены на паладина? У Войда спроси, он же дает плотнее. Нет. Спроси ты у него. Войд. Но он же сказал, там нет. Че? Нету? Не, нету. Звезду бейте. Если будут обычные токены на пал падать, кто лгалы отдавайте, пожалуйста. Это есть у кого Юва и синий камень? Сейчас смена будет. Готовьтесь потом перебежать, мелики. СПД дух тебе надо? Наверное. Васап, что там, СПД дух в шею ШП ставит? Да. Да, можешь сделать. У меня есть готовый. Давайте добивайте его. Вот Тершак побежал. Да, я обмен триггеру. ПП лови. ПП лови, пока Тершак, не бейте его пока. Бейте точечно. Звезду сейчас поставлю метку. Вот бейте ее точечно. Она сейчас бомжей назовет. ДКшки можете вызвать войск. Это Рога вместе с Хантом напуливайте на ПП, пока бейте точечно звезду. Она далеко. Ешьте. Если есть гимн на ману, пойте. Я пока не могу прочитать это заклинание. Войд, потом порисаешь всех. Залейте КФУРчик в ямку мана, если у вас энергии там откуда шились. Дак сам еще потом поднимешь. И давайте там два. Хорошо. Давай сама наспалим свою ману. Стойте, пока не летите. Все, танки полетели. Стойте, сразу не бейте. Один танчик. Мелики, бейте одного моба слева. Ант, не забывай напуливать там. Она попала. Попала хильте, сейчас он отвалит кони. И меня хилить. Что, забирай следующего ДК? Кого хочешь, на вкус. Привет, ребят. Привет. Чё, нет никого, кто бы шарил немного по велосипедам? А что интересует? Да, вот думаю взять механические дисковые тормоза или не выебываться и взять ободные, которые подешевле. Тебе для... чисто для катания? Ну, на катание по лесным тропинкам, не очень ровным.
тогда дисковые бери. Да, тогда дисковые. Не получше там, азиат. А я думал, кто там будет получше. Покорять эти, как их там называют, забыл. Там, где обычно сальто делают на велосипедах. А, BMX? Да, во. Не-не, я не фанат экстремального. Просто я катаюсь по лесу, и там очень много холмиков всяких, и очень важно иметь возможность затормозить вовремя. Тогда дисковые. Сами просто сливайте. Пал, веди их Мелизону. Да нахуй тебе тормоза, тормоза для ебланов. Минута молчания. Заливайте капитанов, наверх пока что не идем. Он как на BMX нахуй, в колесо, блядь, вставляй ногу, вот тебе весь тормоз. Так я же не BMX хочу. Да похуй, в обычный велик тоже прокатит. Можешь я сразу... Не, слышишь, можешь сразу смотрел. палку в колесо ебануть, тоже затормозишь. Это есть у кого хилоспек плюсуйте? Плюсуйте и спекайтесь. Вы там на принцах? Спекайся, калк. Мы на вале сейчас. Слушай, это зомби, я секунду сейчас отойду, прям я в бою подключусь, прям секунду. А васапа, у тебя нету хила? Нет. То все, у нас только один хулипал может прыгнуться в хила. Вот это отстой. Ладно. Давай спекайся, восполняй там ману себе немного. Уже резать ману, будет резать свою ману. Даксон, давай, заходи, там мы тебя взем. В общем, Алпич и задувал, вы на рейде будете сидеть, остальные все будете вальку хилить. Так, кто у нас шарит? Кому может дать метку? Давай, я полетаю. А, у тебя же хил есть, точно. Ну-ка, сейчас. А, у тебя сист есть, будешь сам себе метку кидать. Все, давайте на готовность. Если помощь нужна, будет, зовите. Здорово, Кирилл. Привет. Сейчас, секундочку, я в АДК спекнусь. Алпич, ты там что? Магии кидайте хилам эту... как она называется, НК. Кор, кидай НКО. Александр, кидай КГУРчику. Фаерма, кидай постоянно калку. Залетают порталы, выходят, обновляйте МК. И Алпич, можешь кидать КГУРчику и кидай поездку с мной. Либо шаману, как хочешь, на твоих посадит. Лапу еще тоже дайте. Там лапу бросит. Все. Блэк зомби, ты здесь? Стойте. Блэк зомби у нас нет. Все, он тут, танки полетели. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте серьезного дракона. Буду говорить, к хвосту слетаться или к голове. Дальше за звездой. Под жирного и давайте. На исходе. Залечите мои раны. Магас, справа убейте. Косты не забывайте магам сбивать и этому. Вон то, что идет слева. Зомби. Волны тоже как сбивайте. Портал уберите. К голове слетаемся. К голове и за звездой. За звездой. Слева подавители сливайте. Под большого слева дайте уля. Крута выберем. К хвосту слетаемся из-за звезды. Это заклинание еще не готово.
маги не забывайте им камп обновлять. И за звезду. Подавитель справа. Портал берем, в голове слетаемся. Мага справа убить. В голове. Спадители. После следующих порталов, как зайдете и выйдете, можете давать гера. В голове слетайте. Берите, берите. Не готово. Полетели. Я пока не могу прочитать это заклинание. Че, давайте Веру и хильте Вальку. Танку Веры дай. Ты хильте Вальку. Под арпеда таргет Вальку возьми и спой гимн на хп. Калкс, перекнемся назад, потом ДД. А хотя стой, у нас же хилов больше нету. Как бы спекнулся. Оставайся в хули-пали. Давайте все не спускаемся. Тапки на оф рольте. Вот зомби, ты на мейн на танк ролишь? Нет, нет, на мейн да, это на оф. Че говорит, где трещит? А, трещит. Так, отпугнули. Самогончика поднимите. Это как огурчик. Спустись туда, главное, вниз. Крудак на мейн рулим. Перчи надо ханты? Привет, Анау. Привет, пидор. Кек. Ты сидел специально, ждал моего появления? Да. Арт, привет. Здорово, а чечек там развальцовывался. Так, дайте-ка я чекну, ты здесь. Вот он не отошел сипать и так далее. У-ху-ху. Совершенно верно, Анал. Блин, почему нет такой фигни, что там напишут вот такие вот тормоза, вот они супер, остальные типа говно. И какие тебе тормоза надо? Ты меня убиваешь, выключи, пожалуйста, это тарень. Ты снова к Грине зашел? Ты с Грине на компа сидишь, что ли? С чего компа? Ну ты говорил, когда в прошлый раз заходил в РК,
Грининого компа. Нет, это не Гринин был комп, и это вообще не самого разговаривать. А, пардон. Я Серсей. Он разговаривает, не слушай его. Это Серсей. Серсей, а, это Серсей, конечно. То есть покажешь сиськи, а я нам? Конечно, покажу. Ну, все Мраилич остались и все. Еще пол. Привет. Привет, Питер. У кого кольчужные перчатки? На эту самую сварку. Чего? Смогом туда? Подожди, пошли у меня грузить. Слышишь, Войт? Ты тут? Давайте садите две пачки вместе, маг потом их заморозишь, и палу не забывайте стану кидать. И не кидайте сейчас никакие хоты. Давай, своди их, маг потом все заморозишь. Вы его выключили или в спящий? Куда же? Сейчас они сидут. Кто врывается, кому дух? Ясно, три сидят. На пол давайте. Ну давайте, тоже половину мне в небес. Ну. На васабе будете сидеть. Не надо. Сейчас васаб может умереть. Вы одного и того же сайта сделали очень много этих. Танку дайте этот, корону. Уже поздно. Седли, ты тут? Смогу, что с голосом? Что с голосом? Что с голосом?
тяните молодцы и давайте наверх. Вот.